Я могу поменять, в принципе. Но не поменяю. Шутить? Ну, шучу не буду. Во-вторых, так он на 9 на голосование. Считаю 6 и 9 черными игроками. 2 считаю черным игроком. А вы гений, вот серьезно. Хотя нет, 2 не может быть черным игроком. Он игрок не может, ставил, я не видел. 6, 7, 9, 4 альтернатива, 8, который считал, что 9-10. Обращался к 9-10. Смотри, сейчас не голосуют, у тебя шрифм уже скрылся, да? Все слышали, нет? Нет, подождите, нет. Кроме меня никто шрифм не скрылся, правильно? Никто же больше не скрылся. Витя, ты шрифм, вы шрифм. Нет, нет, не он шрифм, даже не он шрифм, понимаете? Вот. А вы шрифм, ты по имени черный. Да. А, я говорю? Смотрите, сами его выставите, у вас, смотрите, 4 в альтернативу, я просто после открытия 9 думала, что вы точно шарик, вы говорите, 4 в альтернативу, парень просит меня сломать вас, понимаете, вот просит меня сломать вас, я говорю, что этого делать не буду, вас не ломаю, если мы вместе черные, я сломаю вас точно, я посчитала, что 6-я скорее красная, мне кажется, вы что-то ошибаетесь, 6-я сказала, что 5-й красный игрок, вы все назвали 5-го не черным, типа, почему я считаю, что считаю красное? Типа очень смело здесь команда 1-2-5, вот прям очень смело. Я ни один, ни два не слышала, а она как-то даже типа аргументировала это, поэтому я думаю, что она скорее красная, она назвала 5-го красным, играю в 5-6. С вами, наверное, должна теоретически поиграть, когда ответил шериф. Что он сказал, что он не шериф. Смотрите, я по меню для себя двух красных только нашел, это 6-10, так как 10 отдает 9-го красного, я пока что с него, ну, не буду на него ничего говорить, двойка дает 6-го черным, соответственно, я вас сильно подозреваю. При вообще, ну, вообще, понимаете, вот то, что я думаю, то, что вы, абсолютно наоборот. Среди 7-8 у меня один черный тоже точно сидит, я пока не определился. 4 я не снимаю. То, что она говорит 5-6 красные, я все равно вас продолжаю подозревать, понимаете? Я хочу, чтобы вы даже были выставлены. Выставляю 4 на голосование. Подозреваю 2, 3, 4 и 1 из 7, 8. Вот такая у меня штука, понимаете? Остальные пока что для меня будут красными. Я не комиссар. Точно. Спасибо. И вам спасибо. Эшли. Я сейчас обижусь на господина Шоуви. Вспоминаем речь этого замечательного человека. Он выставил 3-го, который скрывается шерифом, единственное скрытие на 100. Дальше хочет выставить 5-6, но при этом подозревает 8. Но если вы подозреваете 8, то, наверное, нужно выставлять не 5 и не 6. Потому что 5-й, он акцентирован на красный, с ним сыграл почти без стол. Я первая, кто взял его в команду. Из этого у меня очень подозрительный 7-й, который играет по моей позиции, но выкидывает меня. Вот, 8-й то же самое играет, рассказывает, что 7 у него красный. 9-й не слышу. А, вы говорите, что он черный. Хорошо. 9-й вообще на нуле рассказал, что я назвала 3-го красным. Я с 3-м не сыграла. Я сыграла 1-5. Я допускаю, что я могу сыграть с черным. Выставляю 2. Кого, ну я уже объяснила, вы для меня подозрительны, потому что вы выставляете, хотите выставить 3, 5, 6, но при этом подозреваете 8. Ну, допустим, вы какой-то там комиссар, мне все равно какого цвета, я в девятке комиссаров не голосую. Но мне кажется, вы черный. Вот серьезно. Спасибо. Пожалуйста. Это были паранойи, я сейчас типа вскроюсь, чтобы проще, ну, вы там на следующий год ничего не придумали, у меня 4 проверки черные. Я готов сейчас быть на 3. Что я черный, да? 4 не черный. Я не шериф, это попало. Нет, все нормально, ничего. Я не играю 6. Да успокойтесь, вы 9. Играю 5, 9, 2. С 1 пока что до речи играю по нулевке. Не надо этого. Мне, в принципе, понравилось то, что я говорю 10, где черный 8-3-4. Ну, 4, знаете, вы бы в любом случае, даже если бы я действительно был шерифом, назвал бы вас черным, вы бы все равно говорили выход, а не я. Короче, я пока что не знаю, что с вами делать, я играю 9, 5, 1, 2.
То есть я вас не то чтобы выкидывала, вы называете меня черным. 10 называйте меня крас. Так зачем ты даже меня проверку, если бы я по-любому так отреагировала? Успокойтесь, успокойтесь. Я ожидал что-то нового, а вдруг? Не нервничайте, еще пол потратили, зачем? Нет, продажник. Да, это. В чем проблема? Я с кем сыграл в 9-10? Умер парень, ты сказал, ты точно игрок красный. Было? Было. Со сколькими красными я сыграл? По твоей версии, с двумя. Идем дальше. Вот этот парень сказал, что второй красный. Было? Было. Второй на своей речи сейчас сказал, что наплевал на то, что оставил 10-7 игроком красным. Сказал, 8 игрок подозрительный, 7 игрок подозрительный. И сыграл. Зато 5-5. Я с 9 сыграл. И сыграл против игроков 5-6. Сколько, против скольких красных сыграл второй игрок? Задачка. Минимум против 3. Выставляю 2. Ну, типа, я не против заголосовать 3-4, я думаю, что изюмка хотя бы в одного черного попал. Я-то игрок красный, просто, ну, типа, за что вот этот парень сейчас красный, который второго назвал тоже игроком красным? Плохо. Второй сыграл против вас, если что. Потрогал и меня, и вас. Вы начали с того, что второй игрок красный. Да. У тебя 7-й продолжает ДК? Во имя убиенного изюма, шериф, скройся. Иди шерифкам в город, покажи нам свою проверку. Шериф, появись, изыди, черный шериф, изыди. Красный, приди сюда, шериф, где ты? Нет шерифа? Ты хватит уже, проверь кого-то. Ну, надо, надо скрыть. Я хочу третий заслать. Третий отдал всем, правильно? Вы, ну, неважно. Ну, вам скрыли, давай так, вам скрыли. Ну, я хочу, есть альтернативное скрытие против третьего игрока вообще? Где-то есть, да? Ну, может быть? Может быть. Все, точно может быть. Вы уверены в этом? Ну, больше да. Во имя Иисуса и изюма! Выставили 3. Ну, третий мав, все, заслали третий. Если есть какой-то шрифт, то звоните третьего. Если вы прикалываетесь, то это просто... Время. Ну и как? Дальше 9. 9 в какой-то степени... Я сыграл 6. 8. Я просто вы просто не сообщение. Я подозреваю просто между 2-8 отвечала. Ну, или на второй. Кому я просто сообщу вас на своей стороне, мне именно сказать, что это осторожно. А вы, я по номеру 5, смотрю, хотели понять меня красного, еще если вы верите в шрифта третьего, единственного, еще шрифт какой-то, не знаю. Знаю, я не готов еще голосовать третьего, возможно, какой-то другой шрифт. Возможно. Мя. Все высказались, мы прекращаем дискуссию, собираем ресурсы. Слова выставлены какие 3-9-4-2-5, потом в порядке, по которому мы будем снимать. 3. Кто за то, чтобы стол покинул гостиную? Спасибо, я принимаю. 3 голоса. 9. Кто за то, чтобы стол покинул гостиную? 9. Спасибо, я принимаю. 3 голоса. 4. Кто за то, чтобы стол покинул гостиную? 4. Спасибо, я принимаю. 1 голос. Вот я, походу, сейчас понимаю, что сейчас возле могут услышать то, что я скрываю здесь шерифом уже второй круг подряд. Вот серьезно. Я шериф этой игры. У меня есть проверенный красный. Двойка. Вот сейчас второе снова голосование. Черный игрок. Я думаю, что 9-й черный игрок. Я думаю, что вы красный игрок. Угу. Да. Я знаю, что я говорил. Я помню свою речь, что вы черный игрок. Да, были на прошлом кругу. Думаю, что 8-й черный игрок. Вы сейчас, знаете, в чем суть? У вас других шерифов просто нет за этим столом. Вы кого-то услышали еще шериф? Послушайте. Все, кто уважает себя, просто послушайте меня. Чувак умер, мы с ним спим, мы с ним живем вместе, в одной квартире, одной кровати иногда ночуем даже. Бывает такое, да. Он скажет, что я уверенно красный цвет. Уверенно. Я вам молитву только что прочитал. Молитву сказал, отпоем третьего игрока. Сейчас всех.
все поставили руку в третьего игрока. Даже если он шериф, я полезнее, чем этот шериф. Он проявил